праздники даже официанты не удержались от возможности показать свое вокальное мастерство. В торговом центре «Чайка» в Прокопьевске после ремонта открылся спортбар «Третий тайм». Такое событие отметили спортивными конкурсами и подарками от компании «Веста» для всех посетителей спортбара. Кстати, гости обновленный интерьер оценили по достоинству. Очень нравится. Во-первых, современно, так по-молодежному стало и уютно как-то. Намного лучше, чем было раньше, кстати. Очень красиво сделали. Да, я скажу, что спортбар нам нравится. «Третий тайм» — это вообще супер обстановка. Все это очень хорошо, нам нравится. Очень весело, конкурсы прикольные. Здорово все сделали, молодцы. Я думаю, дальше они будут продвигаться. Все будет здорово. Больше посетителей желаю. Ну, чтобы процветал, не было конкурентов. Соревноваться со спортбаром в ближайшем будущем вряд ли кто сможет. Теперь он стал еще просторней. Сразу может принять около сотни гостей. Для удобства посетителей помещение разделили на две зоны – для курящих и нет. И каждую оформили со вкусом. Стильные светильники, мягкие удобные диваны. Обновили барную стойку. А для любителей посмотреть спортивные соревнования в кругу друзей поставили дополнительно 7 плазменных телевизоров. Интерьер поменяли кардинально. И все это менее чем за 2 недели. Все произошло очень быстро, старались в кратчайшие сроки, минимум затрат по времени, чтобы быстрее порадовать наших гостей к открытию, торопились к нашему открытию, к 5-летию, это все приурочить. Самое главное, все делали это для наших дорогих гостей, ждем новых гостей, кто еще не был в нашем заведении, будем всем рады. Теперь спортбар – это не только место для встреч с друзьями, а еще и площадка для турниров и различных соревнований. Пожалуйста, придумайте!